Всем привет, 2517. Этой весной мы даем серию последних концертов и уходим в бессрочный творческий отпуск. То есть мы не будем выступать, пока не запишем новый альбом. Когда мы его запишем, мы не знаем. Это не какой-то маркетинговый ход, это наше решение. Максимум, где вы нас сможете увидеть после этих концертов, это на каких-нибудь фестивалях с парой песен. Но это максимум. Я не знаю, надеюсь, мы в 2014 году запишем. Я не знаю, честно, не совсем от нас зависит. Мы не хотим ставить на поток и делать альбомы, записывать просто потому, что это пришло время. В общем, нам надо сейчас чуть-чуть оглядеться, саккумулировать свои мысли, чувства, эмоции для нового альбома. Поэтому ждем вас на наших последних концертах. Приходите в 2517.